эпоха великих географических открытий. Глаза мои перископами выглядывают на поверхность. Кто смотрит в них из подводной лодки, что в животе? Душа, которая живет в животе, когда не уходит в пятки, голову или сердце? Путешествует ли душа по телу внутри? Бесстрашным Магелланом спускаешься по тоннелям глаз в самую глубину, новым Меркатором, влекомым к порядку, стремишься картографировать все внутреннее мое, нанести разметку из параллелей и меридианов. Страстным Колумбом устремляешься через неизведанное к новым континентам, чтобы найти золото и сокровища. Серо-зелеными белесами эдельвейсами растут мои глаза на очень высокой скале, на высоте 3000 метров над уровнем моря. Найдешь ли эту гору в пространствах моей внутренней Мексики? А там и до человека недалеко. Смайл. Эпоха великих географических открытий.